с 12 по 14 августа в Федоровке состоится 18-й летний образовательный слет-форум православной молодежи «Петр I. Кто он?». Организаторы – молодежный отдел Тольяттинской епархии. Слет-форум проводится в рамках празднования 350-летнего юбилея со дня рождения императора Петра I, который, согласно указу президента Российской Федерации, отмечается на всероссийском уровне. Цель форума – глубже изучить историческую личность первого российского императора, понять, кто он, осмыслить основы духовной жизни наших предков, дать оценку собственному духовному состоянию и просто пообщаться. Возраст участников – 16-30 лет. Место проведения – храмовый комплекс в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.